В Луганской области из-за снежных заносов закрыты две автотрассы Старобельск-Марковка и Райгород-Михайловка. ГАИ рекомендует водителям пользоваться объездными путями, которые, по заверениям чиновников, уже расчищены. Так ли это, попыталась выяснить съемочная группа «Времени новостей Донбасса». Между Переможным и Глафировкой не больше 5 километров. Однако путешествие между селами может растянуться на часы. Транспорт вязнет на заснеженных дорогах. В сугробе оказалась и машина съемочной группы. Вытолкать машину самостоятельно журналистам не удалось. Лопаты просили у местных жителей. Не приехали на помощь и спасатели, но по телефону пообещали. Местный сельсовет пришлет трактор. Вместо спецтехники вызволять машину тележурналистов пришел мужчина с лопатой. В районном совете рассказу о приключениях съемочной группы не поверили. Чиновники уверяют, дороги расчищены. Мы начали чистить дороги в воскресенье. В 9 часов утра, в 3 часа, полчетвертого мы закончили расчистку. Чистила 2 трактора. Также в райсовете заверили, что между Глафировкой и Переможным есть объездная, и по ней можно ходить и ездить без проблем. Но только при таком маршруте расстояние между 2 населенными пунктами увеличивается на 20 километров. Александр Певтьев, Наталья Трофимова, телеканал «Донбасс».